Сын продюсера Барри Алибасова озвучил сумму, которую перевела его отцу певица Алла Пугачева после пожара в квартире. Когда у папы сгорела квартира, то первой Алла Борисовна откликнулась. На следующий день после пожара она перевела 1 000 000 рублей на отцовский счет. Наверняка сделала это, исходя из того, что Барри Каримович был ей как коллега и очень по духу близок, рассказал Барри Алибасов-младший. Сын шоумена также вспомнил, как его отец создавал группу «На-на-на». Алибасову-старшему пришлось отбирать участников из 24 тысяч претендентов. Как пояснил его сын, благодаря опыту и интуиции продюсер мог спрогнозировать судьбу артиста на сцене на 5-10 лет вперед. Шоумен сразу понял, что Влад Топалов и Сергей Лазарев станут звездами. Когда увидел Киркорова, то для него тоже было очевидно. За этим человеком большое будущее, заключил сын Барри Алибасова.